Всем привет! Сейчас, в общем, с вороном такие скачем, а нас давай собаки облаивать. Вот одна. И где-то тут еще вторая. А вот она прячется. Мы, конечно же, подъехали. И что мы тут нашли? Нашли мы тут походу лося из моего видео про раненого лося. Вон там вот остальная часть. Вот такие дела. Да, ворон, что скажешь? Собаки причем какие-то не местные. Какая-то психованная прям. Вот, походу, все еще это психованная лосиха. Уже через поляну. Движемся мы с ней примерно в одном направлении. Че она с ума сходит, кто-то гавкает, кричит непонятными звуками на меня. Поле, когда перебегала сейчас, по которому я иду, останавливалась, смотрела как раз вот в эту сторону, куда сейчас побежала. Может быть, там кто-то шел уже. Не знаю, как видно. Нашел с коптера лося, то ли раненый, то ли просто лежит, отдыхает. 585 метров до него, если верить высоте, то 8,5 метров над землей коптер. А лось ни разу голову на него не поднял. Так посмотрел, головой покрутил и дальше лежит. Лосиха эта, которая как с ума сошла, двигалась в его сторону. Но она метров на 600 левее. Так по-прежнему почему-то и кажет расстояние 585 метров. Но я метров уже от него, наверное, 300-350 должен. Сейчас козла напугал. Между мной и лосем бежит. А вот он вроде маленькая активность по это увеличил. Сейчас буду банкой его пытаться дразнить. Шнурок почти высох. Ноль эмоций, как глухой. Лежит. Лежит себе, полеживает. Сейчас мы его разбудим. Шнурок маленько помочу. Че, в общем, я его разбудил. Он теперь недовольный. Психует, окает там на него. Сейчас кидаться, наверное, начнет.
Вот тут лосиха у меня двумя лосятами бегает. И вот где-то ко мне идет уже другой, до этих 1200.